О, парни, заходите. Ну как настроение? Сегодня все допишем? Сегодня понятие растяжимое. Скорее абстрактное. А Иван что, сгорел на работе? Иван не сгорает, Иван горит. Ну что, послушаем, что получилось? Конечно. Да, давай. Я замедлю шаг, когда уставшая покоя попросит душа. Я полечу не в Египет, не на Бали, а в позабытый мной город на краю земли. Я пролечу полмира прямым бортом, на землю сядет Боинг в краю глухом, куда не ходят поезда, но долетают птицы. Мне повезло в этом краю родиться. Вулканов горят огни, и в доме, где я вырос, один из них. Дом вьюгой замело по самую крышу, он на вершине мира, усмешки звезд слышит. Я доползу по снегу, я доберусь до звезд, я обниму отца и мать, не пряча слез. Я вспомню все, я пленку отмотаю снова, и в горле ком оборвет поток пустых слов. Где было в юности загублено столько дней, я загляну к атаману Пянкину мимоходом, потому что так захотелось мне. А поздним вечером на Никольской сопке под звездами над бухтой буду долго стоять, не за спиной у крылья, и ветер солью соткан. Только небо и я, только небо и я. Я замедлю шаг, когда уставшая покоем попросит душа. Я полечу не в Египет, не на Бали, а в незабытый мной город на краю земли.